Всем привет, с вами Евгений Марс, граффити-райтер и коллекционер старых и лимитированных граффити-банок. Я думаю, вы уже знаете, кто не знает, пожалуйста, и кто впервые слышит мой голос, знайте. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телегу, там я выкладываю и банки, и какой-то лайфстайл, и лайвы с мест рисования. Так что подписывайтесь, общайтесь, там интересно. Сегодня приехал на беговую. Обзор спота и кусков с этого места либо уже выпущен на канале, скорее всего, уже я его раньше выпущу, либо следующая серия будет про куски с этого места, с этого хофа. Это самый длинный и самый, но более-менее легальный хоф Петербурга. Вот. Тут много знаменитостей рисует. Собственно, я тоже приехал сюда порисовать. По-быстрому я решил, что хоф без моей звездочки это не хоф. Поэтому сегодня бахну по-быстрому звезду. Что, подписывайтесь, смотрите, оставайтесь на канале, а мы погнали рисовать.
Итак, я закончил свой кусок на самом спокойном, самом легальном, если так можно сказать, и самом длинном кофе Санкт-Петербурга. Собственно, вот моя звезда. Почти на всю стену сделал. Прям прикольная, мне нравится. Темно-фиолетовый, голубой и белый, как обычно. Отличное сочетание цветов. Вот, надеюсь, звезда провисит здесь долго. В обзоре на этот хофф забыл сказать, что минус его то, что сюда очень часто приезжают художники, не только питерские, но и из других городов, когда приезжают в гости. Вот, и куски здесь, если ваш кусок не супер крутой, он здесь, скорее всего, не провисит долго. Так что можете не рассчитывать на это. Ну, а я надеюсь, что моя звезда все-таки провисит хотя бы пару месяцев, ну или до конца рисовального сезона, что будет круто. Вот, фоточку, как обычно, выложу в телеге и в ВКшечке. Так что подписывайтесь и туда, и туда. С вами был Женя Марс. Рисуйте граффити, собирайте банки с хофа на беговой. Всем пока!